Говорят, Пьяццолла сделал для танго то же, что и Штраус для венского вальса. Возвел эту музыку до филармонических залов. Его танго звучало в исполнении Мстислава Ростроповича, Гидона Кремера, Хосе Карероса, Пласида Доминго. И при этом музыка Пьяццоллы не растеряла своей сути, оставаясь воздухом Буэнос-Айреса. Пожалуй, точнее всего о танго сказал другой великий житель столицы Аргентины, писатель Хорхе Луис Борхес. «Танго делало с нами все, что хотело, и подстегивало, и пьянило, и вело за собой, и опять отдавало друг другу. Танго давало веру в то, что борьба может быть радостью». Сложным перипетиям в судьбе танго и его борьбе за право на существование Астор Пьяццолла посвятил свою оперетту «Мария из Буэнос-Айреса». Думаю, мы сейчас ощутим аромат кофе, острых приправ и сигар. Это запах таверн Буэнос-Айреса, где рождались эти мелодии. И в этом нам поможет солист Центрального пограничного ансамбля ФСБ России Марио Дюрант. Кстати, в 2015 году за популяризацию латиноамериканской музыки в России президент Конгресса Перу присвоил нашему артисту звание «Почетный деятель культуры Перу». María de Buenos Aires, de Buenos Aires, María, no bien que tú eres. María tango, María del arrabal, María noche, María pasión fatal, María del amor, de Buenos Aires tú eres. Tú eres María de Buenos Aires. Y en este barrio la gente pregunta quién tú. Pronto muy bien lo sabrán las hembras que me invitarán. Y cada macho a tus pies como un ratón en tu trampa he de caer. María de Buenos Aires, tú la más bruja cantando y amando también. Se va Bolión, te provoca, te hará tata, te muerdes fuerte la boca, te hará tata, con tus espasmos en flor que tú tienes tu ser. Siempre te digo, porque mañana tú con el aer dispeche. Buenos Aires, todo.